Get Movies. Канал для всей семьи. На одной очень-очень вкусной планете, где все вокруг состоит из еды, живут... Правильно, и его друг... Ру-ням-ням-ням! Верно. Вместе они отправляются навстречу вкусным приключениям. Но кое-кто все время объедается и становится похож на то, что съел. Это Хрум! Будь здоров, Хрум! И помни, во всем надо знать меру. Ум и Хрум! Съедобные приключения. Ура! Доставка! Ум, что это там? Это кое-что для моих экспериментов! Это что, семечки? А что так мало? Это не просто семечки, Хрум! Это семечки экзотического кебаобаба! Их нужно есть... По одной... Хрум! Ням! Ну вот, ты превратился в кебаобаб! Ой! Кулебяки! Ну ты как? Да все в порядке, я скоро обратно превращусь. А можно попить? Конечно! Еще! 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 Ну ты водохлеб! Я кебаобаб! Точно! Ты же дерево! Спасибо! Теперь хорошо! Слушай, Ум! Что? Опять пить? Нет! А можно мне другую землю? Это какая-то не такая! Ну, конечно! Кебаобабы можно сажать только в почву лепешковых островов! Там растут кебаобабы! Иначе через 2 дня... Кебаобаб засохнет. Ой-ой-ой, а если я не успею превратиться обратно? Хрум, спокойнее. Мы отправляемся на лепешковые острова. Хрум, лепешковые острова! Это хорошо, потому что я уже, кажется, засыхаю. Ну, сажай меня скорее! Погоди, нужно найти, где растут другие кебаобабы, чтобы уж наверняка. Ой, что это у тебя? Где? О, котлетка! Это же редкий плод кебаобаба! Котлетка! Вот ты чего, Ум? Еще там написано, что здесь обитают кулебяки. Они маскируются под камни и просто обожают плоды кебаобаба. Это же кулебяка! Ой, моя котлетка! Хрум, отдай ей котлету! Не могу! Это бяка сейчас ее оторвет! А вдруг, если превращусь без котлетки, у меня не будет моих усиков? Или еще чего-нибудь? Ой-ой-ой-ой! Не то! Опять не то! Перец! То, что надо! Котлетка! Скорее отсюда! Значит, зацепились языками. Ага. Ум, смотри, кебаобабы. Ум и Хрум. Ум, а когда я уже превращусь обратно, а? Не знаю, Хрум. Слушай, протяни ветку.
солнце в глаза светит. У меня корни чешутся. Не надо было съедать все семечки. А можно мне молочного коктейля? С леечки. Супчик! Это не просто супчик, Хрум. Это похлебка древних викингов. Она бурлит здесь уже сотни лет. Я смогу синтезировать рецепт этой похлебки, если изучу ее состав. Хрум, ты где? Я изучаю состав. О, нет. Хрум, от похлебки викингов ты сам стал викингом. Я Хрумгард, сын Хрумгарда из рода Хрумгардов. Как удачно громыхнуло. Викинг! Превратился в викинга. Викинга? Круто! Всегда мечтал быть викингом! И я. Мы викинги! Переселяться. Это еще почему? Есть некое предчувствие. Быстро все на корабль! На корабль, на корабль, на корабль. Откуда здесь вообще корабль? Хрум, я никуда не поплыву. Ты уже поплыл. Ой, то есть, Хрумгард? Мы очень устали, надо поменяться. Меняйтесь. Хрум! Хрумгард, там шторм! Отставить панику! Прямо по курсу полный штиль. А ты посмотри справа по курсу! Без паники! А вот теперь можно паниковать! Срочно! Лево руля! Так здесь нет никакого руля! Мы все утонем! Прости, что я опять тебя не послушал! Нельзя было съедать всю похлебку! Даже меня прости! За что? Это я спрятал дома все вкусняшки, чтобы ты не объедался! О, Хрум, и вы меня простите! Это моя собачка перекопала весь ваш огород! Желатинка! И ты меня прости! Мяу? Не знаю за что, но я точно что-нибудь не то сделал! Что, а что ты там говорила, твоя собачка сделала? Пум
озеро Колы! Пум, смотри, вкус жвачек! Хрум, не отвлекай! Мне нужно измерить газированность этого озера. Ой! А там что? Это залежи мятных конфет. Их ни в коем случае нельзя смешивать с колой, иначе произойдет бурная реакция. Существует мнение, что вся съедобная вселенная произошла именно от такой реакции. Это называется теория большого мятного бабаха. О, пузырики! Поберегись! Да, пузырики. Хрум, ты стал газированным. Ага. Хрум, аккуратно, это очень опасно. Да все в порядке. Вроде ничего страшного. Мятная реакция. Хрум, из-за тебя по всему съедобному миру идет дождь из колы. Дождь из колы? Так это же круто! Дождь кольный такой прикольный, я очень счастливый, летаю под ним. Дружище, а ты-то чего такой грустный? Дождь из колы — это реально круто! Ага, только почему он идет так долго? И фонтан этот не прекращается. Теперь у нас всегда будет идти дождь из колы! Ура! Что происходит? Похоже, в колу попало слишком много мятных конфет. И из-за давления реакция становится сильнее. Или еще рано паниковать? В итоге произойдет еще один большой бабах, который уничтожит нашу съедобную планету. Я понял. Теперь пора. Круто! У меня реакция прошла. И что нам теперь делать? Остановить большой бабах мы не сможем. Но мы сможем остановить съедобную землю от разрыва! Жвачкой! Все за мной! В ракету! Желатинка, ты тоже! Мы обвяжем всю планету жвачкой. И благодаря ее эластичности нашу съедобную землю не разорвет на куски. Как думаешь, сработает? Я не знаю, не я это придумал. А ты у Ума спрашивай. Ура! Ура! Ум, прости, что я напился колы и устроил большой мятный бобок. Ничего, Хрум. Зато мы стали свидетелями того, что не видел больше никто в мире. Помогите! Хрум, ты готов? Смотря к чему. К путешествию в центр нашей съедобной планеты, чтобы изучить то самое ядрышко, благодаря которому вся наша планета и существует. Тогда не готов. Поехали! Не та кнопка? Да. Ладно, поехали.
вглубь земли. Ух ты! Мы пробурили первый бисквитный слой нашей съедобной планеты! Ого! Арахисовая порода! Это еще что? Это карамельная корка. Звучит вкусненько. Даже и не думай. Сейчас. Вот оно, ядро нашей съедобной планеты. Привет. Хрум, не играй со слоклицами, а то они не отстанут. Ну все, хватит. А из чего оно, это ядро планеты? Это огромный орешек. В молочной начинке. В вафельной корке. И все это сверху посыпано воздушным рисом. Это должно быть очень-очень-очень вкусно. Хрум, ты что? Нельзя просто взять и съесть ядро планеты. Ну я уже съел. Невозможно, невозможно. Что ты наделал? Без ядра вся планета развалится на части. Что, прям вся? Нужно срочно подменить ядро. Чем? Ничем, а кем? Секунда. Хрум, не дергайся. Ох, мы спасены. Я теперь навсегда останусь здесь. Круто. Я найду новое ядро, и мы заменим тебя. Но пока я буду искать, прошу тебя, Хрум, ничего не делай. Даже не двигайся, это очень опасно. Планета может разрушиться. Понял. Это же невозможно. Не двигайся, ничего не говори и даже не моргай. Да уж, найти новое ядро будет очень непросто. Вот оно, новое ядро Земли. Лакрица, щекотно! Наконец-то оно у меня! Давно тут? Ага. И я! Лакрицы, ну-ка, брысь! Ядро слишком маленькое! Ему нужно подрасти! У меня есть идея! Готово! Круто! Новое ядро Земли! Я бы сказал, ядрышко, но оно еще вырастет. А что ждать? Выглядит вкусно! Надо же, в этот раз виноват не я! Ум и Хрум! Ананасовые острова! Я нашел их, нашел! А кто их потерял? Все! Об их существовании ходят легенды уже сотни лет! Куда ходят? Хрум, хватит вопросов! Сегодня мы с тобой станем самыми настоящими первооткрывателями! И первопоедателями! Круто! Но потом мы пойдем в парк съедобных аттракционов! Ты мне обещал! Договорились! Да.
устал. Долго нам еще? Хром, это они! Мы нашли их! Мы с тобой будем первыми в съедобном мире, кто вступит на ананасовые острова. Ха-ха! Первыми? Я бы не спешил с такими заявлениями. Ом, только не расстраивайся. Это же Сосиска Мэн! Кто? Сосиска Мэн, приятель. Кто бежит быстрее всех, кто ныряет глубже всех? Сосиска Мэн. Кто летает выше всех, кто смеется громче всех? Сосиска Мэн. Кто смелее, кто умнее, кто эпичнее всех-всех-всех? Сосиска Мэн. О, да. Сосиска Мэн. Сосиска Мэн. Сосиска Мэн. Здравствуйте, я ваш кумир, ой, то есть фанат. Можно автограф? И мне. А что такое автограф? Парни, для вас все, что угодно. Скажите, а это правда, что вы однажды упали в жерло вулкана? Конечно нет, я сам туда прыгнул. Прямо с кексодактиля. Веселый был денек. Круто! А мы с Умом сегодня идем в парк аттракционов. Аттракционы? Парни, может лучше составите мне компанию? В небольшом приключении? С вами в приключении, конечно! Я не хочу приключения, я хочу в парк аттракционов. Мы быстро, а потом сразу в парк. Ты пока дома подожди, ладушки? Хочу делать поспешных выводов, но, похоже, это он из-за меня. Ум обещал аттракционы! Мне нужно покататься с Хромом на горках. Это последний оставшийся аттракцион. Приятель, предоставь это мне. Аттракционы. Хром, прости, я совсем забыл про свое обещание. Да, прости, приятель, я тоже виноват. Ну что, аттракционы? Осталось тут что-нибудь вообще? Ум и Хром. Сколько шоколадных яиц! Да это целый остров шоколадных яиц! С сюрпризом! Ум, Хрум! Спасибо, что согласились помочь. Мне осталось найти последнюю игрушку в коллекции. У меня уже есть все экземпляры. Не хватает только бутермота. Но он точно должен быть в одном из этих яиц. Большая распаковка. Сколько здесь шоколада! Девочка, мы обязательно найдем бутермота. Ведь в этих шоколадных яйцах можно найти все, что угодно. Все, что угодно, но опять не то.
Все, что угодно, все, что угодно, все, что угодно. Но совсем не то. Опять попалась отвертка. Это уже десятая подряд. Булкозавр у меня уже есть. Пельменоид тоже. Желатинка? А ты что здесь делаешь? А ну, брысь! Ого-го, смотрите! Что такое? Ты нашел и... Во! Вот это громадина! Похоже, это не то, что мы ищем. Ага! Что бы там внутри ни было, нужно держаться от него подальше. Особенно тебе, Хрум. Хрум! Что? Опять превратился. Ну, может, чуть-чуть. Ребята! Это же бутермот! Ага, только он не игрушечный. А настоящий! Бежим! Глотки! Нужно выбираться отсюда! Ну как? Стой! Хватит! Мои ножки! Можно найти что-то, что нам поможет. Молодец, девочка. Хрум, отвлеки бутермода, пока мы будем искать. Легко сказать. Ноги, бегите вперед. Не то, не то. Наконец-то! Я нашла последнюю игрушку в коллекции. Сейчас вообще не до того. Круто! Новенький дирижабль! На нем мы сможем улететь отсюда! Осталось только собрать его по инструкции! Шаг первый. Вам понадобится отвертка. Девочка, ищем отвертку! Да где же эта отвертка, когда она так нужна? Я знаю, где отвертка! Стой! И Хрум. Ура! Ура! Мои ножки! О, вот они! Объедаешься среди ночи? Нет, я только днем. Желатинка? Ого, а кто же тогда залез в наш холодильник? Граб-объедакула! Он каждую ночь выходит на охоту, чтобы съесть все самое вкусное из чужих холодильников. Хрум, я же просил, проверяй двери и окна. Да я проверял! Нужно прогнать объедакулу, пока он нас не загипнотизировал. Загипно... Что? А вот что! Вот что! Надо же! В этот раз объелся и превратился не я. Граф Объедакула. Что же делать? Что же делать? Что же делать? Нужно спасать Ума. Ты, как всегда, права, желатинка. Нужно подготовиться.
Чеснок! Лучшее средство против объедакул! Морковные колышки, что-то я проголодался. И еще кое-что. На всякий случай. А ну-ка, разгипнотизируй серый моего друга. Я говорю, разгерметизируй всех моих друзей, объедакула! Я вообще-то вас спасать пришел. Ух ты! Я всех спасу! Опа! О, нет, только не чеснок, я таю, таю! Похоже, этим его не остановить. Вообще нет. Тогда... А теперь пора подкрепиться. Со мной, объедаклы! На всякий случай. Не может быть! Уже утро! Улетаем отсюда! Как же хорошо, как следует подкрепиться завтраком. Согласен, Хрум. Это куда лучше, чем по ночам бегать к холодильнику. Хрум и Хрум! Ого, вот это фруктовый лес! Хрум! Что это? Это драконий фрукт. Очень редкий и экзотический съедобный плод. Съедобный? Хрум, даже не думай. Да я вообще обычно не думаю. Хрум, ты съел драконий фрукт и сам стал драконом! Драконий фрукт. Приветики. Что Хрум на этот раз съел? Привет, девочка с собачкой. Драконий фрукт. О, принцесса! Хрум, что ты делаешь? А ну-ка отпусти меня! Принцесса! Похоже, в Хруме проснулись драконьи инстинкты, и он похищает принцесс! Но я не принцесса, хотя... Ну и что мы будем делать? Ну и что я буду делать? Ум их... Уверен, инстинкты заставили Хрума лететь в Щербетные горы, где живут все драконы.
Если я не вернусь, корм на тех полках. Откуда тут столько монеток? Они шоколадные. Если они тут, значит, их кто-то сюда принес. Хрум! Отпусти девочку! Нет, моя принцесса. Тебе меня не победить. Да? А если вот так? Бежим! Принцесса! Да-да! Ой, а это еще кто? Это дракон! Огромный! Еще один? Наверное, это были его монетки. А на него у тебя хватит мороженого? Оно не поможет! Это мороженый дракон! Скорее на Хрума! Быстрее летим! Я вообще-то тоже дракон. Ладно, летим. Больше не могу. Что же нам делать? Растопить его на солнце. Хрум, нам нужно взлететь выше над тучами. Попался, негодник. Вы это, простите, что меня так раздраконило. Ой, горячо, горячо! Другое дело.